сюда. То есть когда мы работаем уже, ну, здесь контакт, да, вперед, там, да, сюда, там, мы пытаемся ударить здесь или атаковать. Сейчас мы работаем в ситуации, когда мы подошли, бедра здесь, мы двигаем ногу подальше. А, я примерно вижу, я здесь атакую. Двигаю ногу, двигаю руки. Ногу, руку. То есть это начальная фаза конфликта. Да? Когда я уже отсюда двинул, руки уже в другой позиции. Следующее движение, то есть я могу сделать таким образом, еще как-то. А, но здесь я уже руки не опускаю, когда продолжается какая-то фаза взаимодействия. Чем ближе человек подходит к вам, тем выше должны быть ваши руки, если он, ну, имеет желание вас как-то ударить еще, да? То есть руки поднимаются все выше, выше и выше. И ближе они становятся. Если человек становится дальше, вы можете вставать в широкую позицию, опускать. Но когда все только начинается, а еще, ну, не пишет, вы можете стоять, опустив немного бедра и смотреть на цель. Раз. Почему отсюда, да? Почему здесь? Потому что чем меньше у вас оружие, да, тем дальше вы можете обеспечить дистанцию, во-первых. С другой стороны, если вы будете здесь болтаться, кончик будет вообще носить вот так вот, то есть попасть невозможно. Для стабилизации кончика вы должны четко стабилизацию вот этого, вот этой части обеспечить. Если подпрыгиваете чуть-чуть, он вот уже вот так, другое дело вот это вот. Теперь смотрите, другой способ. Когда мы берем руки танто, то же самое, мы убираем. То есть у нас вот эта позиция с танто, симметричного боя, когда достали, он достал, все не знает. Все время так. То есть многие говорят, айкидо у нас очень любимый, гармоничный и так далее. Но нож мы убираем для того, чтобы первое движение было незаметно. То есть если вы посмотрите, убрать его нужно вот так, то есть за ногу. Ну и пол штанов не дают. То есть вы его не принесли с собой, да? Чувствуете, раз. То есть пока считаете, что не нужно, как только раз, движение то же самое. Отсюда вы двигаетесь, это движение называется фурутский, снизу. Движение такое. Так же, как мы делали рукой, так же мы делаем с ножом. Так же мы делаем с палкой, так же мы делаем с мячом. Идея одна и та же. Вот поэтому такой вот. Хорошо? Берем пояс. Нет, три штуки раз. Немного надо завязать, чтобы он не спадался. Вот, примерно на этом уровне. Подальше идите. И держите двумя руками. А не нужно сильно упираться, да? Нужно давать мне делать движение. Но в то же время, если я пойду вот так, он должен немного меня двинуть назад. То есть, это не работает так. То есть первое, что вы делаете, вы загружаете, он натягивает. Знаете, не надо, чтобы он натягивал очень. Не надо, чтобы двигались очень резко. Я выдвигаю бедро и делаю удар. То есть я его двигаю как бы сама. В тетеньке, то есть ты должен немножко натягивать, оказывается. То есть ему должно быть сложно. То есть вы двигаетесь отсюда. Идея удара в айкидо не заключается, что вот с места вы выкинете движение. Ну так тоже можно, да, тогда. Идея заключается в том, чтобы поступательное смещение правильного центра тяжести обеспечит ее. А если происходит это, вы можете стоять немного подальше, то есть вас еще не достают. Вы двигаетесь вперед и наносите удар. В прошлый раз мы завязывали на пояс, тянули другую. Это для того, чтобы движение происходило, смещение правильного центра тяжести вперед. Раз, два. Отсюда. Раз. Много сбоку. То есть как происходит атака? А атака может делаться как в стойке айхарми кота, который раз, отсюда я врагу вперед, бам, другая. И опять. Двигать. Раз, два, здесь. Отсюда, отсюда вышел. Вышел так, чтобы что-то еще предпринять можно было. Как я уже сказал, если вы стоите далеко или это начало, так сказать, ваши руки опущены, удобнее двигать вперед. Зачем используется другая рука, которая уводится сюда? Ты сядь тогда подальше, чтобы тебе было видно. Я пойму, что здесь, сбоку будешь видеть лучше. Зачем используется другая рука? Есть возможность, что он встречно вас атакует. То есть вы пошли, но раз, тогда рука окажется в этой позиции. Сбоку относительно его руки. Может так, что раньше окажется. Раз, тогда здесь. Отсюда движение. Но тем не менее, это движение не напрямую, да? Здесь. Еще один. Здесь. Потом отсюда идет. Удар.
корпус, отсюда, потом движение в лицо. Вышли. Сейчас поделаем такую штуку. Давай. Руки здесь, одна рука вверх, купись немножко вниз. Вот. Теперь смотрите, он начинает двигать бедра, потом двигать руку. Шагай. Ну что, двигать здорово. Раз. Эту руку я зажимаю. Толкай. Два. Толкай. То есть не рукой нужно толкать, руку я удержу. Если он толкает рукой, я чувствую, что у него отсюда движение. Тогда я его удержу. Он должен начать двигаться. Руку потом двигать. Сначала бедра, потом рука. Хорошо, держи. Здесь, да. Если я двигаю рукой, видите, то есть я могу повиснуть на этом. Я начинаю двигать сюда. Бедра, двигаю. Бедра, потом сюда. Попробуйте туда-сюда, смотрите, что мы делаем. Как работаем на лапах. Стоим таким образом здесь. Можно менять позицию, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Но сейчас не нужно. Сейчас ваша задача, чтобы он отработал. Левый, правый. Давайте начнем справа, да? Вот справа все меняйте позицию. Смотрите, он делает подшаг, сейчас уже мешал. Подшаг туда. Эту руку держит там. Вот так. И тут же двигаю другую руку. Мешаем. Раз, два. Вот это ошибка, да? Нельзя бить отсюда, вон туда. То есть тогда неудобно. Давай. Сейчас цель наша статична, мы так говорили, да? Чтобы было понятно, что мы делаем. Чтобы красиво получалось совсем. Локти должны быть внизу. Внизу. Он стоит. Стоите медленно, руки опущены, это важно. Двигайтесь, раз. Теперь мне нужно, никуда не уходить. Теперь мне нужно ударить вот в эту часть, вот эту часть. Вот отсюда у меня вот так получится. Видите, использовал всю структуру. То есть вы, если там звоните, можно туда сделать. Удар когда сложением. Да. По-другому. Разворачивайте немножко. И отсюда, ребята, должен немного напрягать их, все вам не отлетали. Ставь. Я ушел, медленно. Они примерно на одном уровне. И просто стоишь и ждешь. Да, медленно. Раз, два. Сразу выше. Подхожу. Раз, два. Сразу выше. Не надо ставить на ровную позицию. Вперед тоже не наклоняйтесь. Сюда. Почему так? Потому что если я промахнусь, не попадет ему в лицо. Ничего не делает. Если я ударю сюда и промахнусь, прилетает в зуб. Медленно. Сейчас не на силу, а сейчас на технику. Раз. Два. Я вот оставил руку, оставить руки нельзя. Но вот для того, чтобы понять его. Раз. Два. Не надо толкать.